Всем привет, друзья мои! Сегодня мы будем обновлять BIOS на материнской плате ASUS. И этого видео вообще-то не должно было быть, но так случилось, что мне приходится обновлять BIOS на материнской плате ASUS, и я решил поделиться информацией с вами. Итак, друзья мои, приступим к обновлению BIOS на материнской плате ASUS. Итак, друзья, вот материнская плата, это у нас ASUS P5KPL-AM. На самом деле я обновляю BIOS на этой материнской плате для того, чтобы не было ошибки при установке Xeon процессора. То есть при старте BIOS оно выбивает ошибку CPU процессор no supported. То есть процессор не поддерживается, но все равно система работает. Но при каждом старте нам приходится нажимать кнопку F1, что есть не очень приятно. Итак, для того, чтобы обновить BIOS на материнской плате ASUS, нам надо. Мне на самом деле нужно скачать кастомный BIOS, не с официального сайта, это я сделаю отдельно. Для того, чтобы начать обновление BIOS, нам нужно скачать программу ASUS Update. Заходим в Google, пишем ASUS Update BIOS. Заходим на официальный сайт, нажимаем скачать, скачиваем программу. И она пока остается у нас на компьютере, а мы проходим к скачке BIOS. Потом в Google пишем P5KPL-AM, вы пишете свою плату. Заходим на модель платы на официальном сайте, только официальный сайт. Если у вас... Если вы зайдете на какой-то неофициальный сайт, то не скачивайте ничего такого подобного, потому что там могут быть запрятаны вирусы в этих программах. Так что лучше с официального сайта, здесь все проверено. Драйверы and tools нажимаем. Выбираем операционную систему. Вот у меня Windows 7 64 бит. Выбираю BIOS 6.0.3, вот на официальном сайте, других версий нету под эту операционную систему, но у меня старый BIOS, версия 213. Вот написано, какое обновление произошло в BIOS. Итак, мы его также скачиваем на флешку. Ну, я скачиваю на флешку и программу для установки BIOS и переносимся на второй компьютер. На втором компьютере у нас уже видим программу, я установил, заранее приготовился, чтобы вы, конечно, не мучились. Запускаем программу. Вот BIOS я перенес также на рабочий стол, для того, чтобы был к нему быстрый доступ. Итак, вот здесь можно либо обновить BIOS через интернет. Вот. Download BIOS from Internet. Update BIOS from Internet. То есть обновите BIOS через интернет, либо скачайте BIOS через интернет, либо с файла. Также можно сохранить старый BIOS, который у вас есть на материнской плате. Он скачивает его и превращает в файл и сохраняется. Если у вас будет какая-то лажа при обновлении, вы можете восстановить старый. Но я через интернет не обновляю, потому что у меня BIOS, который исправляет фикс с ксионами. И мне нужно, вот, он у меня уже есть здесь на рабочем столе, мне нужно просто его обновить. Загрузить BIOS с файла. Next. Выбираем здесь. Программа запрашивает версию BIOS. Так, вот видим, у нас версия BIOS такая же самая, но на самом деле у нас версия вот эта, это с фиксом уже, который исправляет нужную нам ошибку. Нажимаем кнопку Flash и ждем. Сразу все зависло. Но на самом деле, друзья мои, не дай бог в это время выключится свет и система у вас не запустится после такой процедуры. Понимаете? Дело в том, что он сейчас удаляет BIOS, и если он во время удаления будет выключен, то система больше не стартанет. Так что вам желательно подключать... Упс.
для того, чтобы система не прерывала установку при установке BIOS. Вот система уже, программа пишет, для того, чтобы был эффект, нужно перезагрузить компьютер. Мы нажимаем перезагрузку, и наша ошибка уже должна быть исправлена. Вот, сейчас BIOS был обновлен, и можно либо установить стандартные настройки, либо зайти в BIOS через F1 и сделать настройку. Но мы сделаем стандартную настройку, F2 нажимаем, и вуаля, система загружается. Слава богу, что никаких обрывов света не произошло, потому что у меня также нету упса. Если бы оборвался свет, была бы лажа, конечно. Итак, друзья мои, система, слава богу, работает. И также хотел бы сказать одну вещь. Если у вас даже при установке BIOS произойдет сбой, то в материнских платах Asus есть система защиты от таких случаев. То есть, если вы у вас оборвалась установка BIOS, то вы записываете BIOS на флешку, зажимаете комбинацию клавиш, и автоматически материнская плата начинает себя сама прошивать. Так что не переживайте, даже если у вас не получится. Ну, такая функция доступна только там с определенных чипсетов. Насколько я помню, это где-то примерно с чипсета P35. Итак, друзья мои, всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И в следующий раз мы будем прошивать BIOS на материнских платах Gigabyte либо Acer. Итак, всем спасибо за внимание. Всем пока.